звучит лучше, чем, не знаю, на сарган в Костроме. Да, вы знаете, да, они более чувствительны, эти инструменты, да. Они более, как сказать, орган современный же, все равно он не старинный, это больше 100 лет там, это немецкий инструмент. Очень красиво. А сейчас вам вторую покажу, они же совсем разные. А как? То есть это гармоника? Ну, может, где-то в сарайке валяется у кого-нибудь, мы просто не знаем. А известно, две штуки в мире осталось? Ну, вот на Урале музей. Немецкие, да? Нет, это наши, это фабрики Метропольского, скорее всего. А это немецкие, там русско-американские. Сейчас покажу, как это играть. Сразу же классно, как громким звуком. Одна из-под Ленинграда. А можно еще что-нибудь? Потрясающе. Да, я вот на это не знаю. А, нет, на это не буду. Она пересохла. Там, вообще она играет, у меня есть запись. С каждым инструментом. Тяжелые они. Да, это они латунные. Язычки. Ну, это наша отечественная изобретение, такая маленькая. Это да, это... При дворе Елизаветы Петровны или, возможно, Екатерины изобретена планка язычков. И говорят, что она была даже запатентована, вот такой инструмент подобный, как инструмент для настройки органов. А, как камертон. Да, чтобы камертон. Да, такой вот удобный камертон. А можно еще разок? Вы для чего записываете? Для себя. Для себя. Так, что ж вам такое? Нет, ну я почему, я же выложу все равно на себе-то, наверное, что Да, вопрос, куда вы выложите? На страничку, наверное, в соцсети. А, ну вот, да. Как же ты не поделиться таким... Вообще, на это надо разрешение спрашивать. Ну вот, можно выложить на страничку? Так все без разрешения пишут, конечно. Можно с друзьями поделиться. Thank you.
очень, очень привечали этот инструмент. Митрополит написал альбом? Да, для физгармонии книгу целую. Нашли 15 лет назад, случайно. Как еще раз его Серафим? Серафим Чичигов, священномученик, митрополит. А священномученик, потому что его, наверное, в советскую... Да, конечно, замучили в 37-м. Ну, здесь говорят, многие... В 37-м, долго, ну, как бы у него жизнь... Священники многие пострадали, здесь говорят. А у нас в Белоруссии нашли инструмент недавно. Молодой человек нашел, его будут восстанавливать. До сих пор, до этого времени стоял на чердаке. Его хозяина расстреляли за то, что он его укрывал физгармонией. Но это уже даже не история, это вот правда он мне писал. Я, говорит, даже в архивы залезал, на самом деле он был расстрелян. Просили выдать. Состояние, да? Так не знаю, может, сжечь хотели прилюдно, что ли? Не знаю, что хотели. Ну, а как же, на нем же духовную музыку играли. Даже так что-то было. Орган вроде не сжигали же. Органов? Почему много уничтожено органов? Очень много. У нас их мало осталось, исторических органов. Прибалтики, а Прибалтика же после войны присоединились. Нет, там вот были. Концертный зал Чайковского, там же орган стоит. Ну, там нельзя покушаться на такое. Но. В других местах тоже были органы. В церквях католических много горело органов, тоже уничтожено. Вот. Ой, спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Такое удовольствие получила.